Ну вот мы по выходным любим ходить в Макдональдс. Да. Ну теперь вот я такие бургеры очень люблю. Вот теперь я кушаю только вот огурчики. Все, больше ничего нельзя. Только огурчики. Но дома стала работать, поэтому так получилось. Рядом с холодильником. Сижу и ем. На телефоне, с телефоном, возле компьютера. Целый день вот я. Могу в процессе разговора, например, с кем-то, ну, там, беседовать с партнером или с кем-то. И что-то подкусывать. Или что-то подпевать. Раньше сколько ходила? Была в детстве? 67 килограмм. 67. А сейчас? 120, и сегодня показали весы. Я замужем, в счастливом браке. У меня прекрасный муж, прекрасный сын. Он поддерживает? Конечно, все поддерживает, все хорошо. Вы подходите? Ему не нужно, он 70 килограмм несет, все в порядке. То есть ему повезло, да? Да, он у меня прекрасно выглядит. Как вообще твоя семейная жизнь дела? Он не жалуется? Нет. Нет? То есть лишний вес не мешает? Ну, абсолютно. Его за кошечки? Да все прекрасно. У нас очень гармоничные отношения в этом плане. Он меня видел и 67 килограмм, и больше, и меньше, как говорится. То есть, он рад видеть вас? Любую абсолютно. И такую, конечно, если я преображусь, это будет лучше намного. А ребенок вот хочет, чтобы мамочка похудела. Так и говорит, я хочу, чтобы ты была стройная, мама. Один раз мы на день города поехали, ну, с сестрой мужа, поехали с детьми, поехали на аттракционы. Вот, и все катались. Моя свекровь нам дала много денег, короче, накатайтесь везде, всюду. В общем, праздник нам на день города, идите, катайтесь, ешьте там, ну, короче, гуляйте. Дала нам много денег. И мы же давай на все накупили, а я, в общем, потому что я тяжелая, не пошла кататься и смотрела за всеми, как все катаются. Ну, грустно, конечно, это все, ну, неприятно. Хочется тоже кататься на аттракционах, как все. А еще страшно, вот все эти аквапарки, горки. Понасмотришься этих видео, где они там летят, эти толстяки бедные. Их весом, да, либо застревают. Тоже хочется, конечно, постранить и, как все, кататься. И... нигде, да. Что, не навредить где-нибудь, стенку не пробить, блин. Вот еще проблема у нас, видите, видишь, какая получается, что вот мы в школе, в коллективе, там в коллективе, да? И человек, когда вот он отсоединяется, вот как я, да, получается, что моя работа, ну, как бы мне она приносит удовольствие эмоциональное, денежное, ну, я выбрала сама ее, да, то есть мне хотелось, ну, мне надоело там ходить на работу, ну, правда, не всегда там это прикольно, это нужно вставать рано, а здесь сам себе ты, ну, ни от кого не зависишь. Так вот, и получается, я сама себя как бы из коллектива убрала, я сама собой. Вот. И социум это вот я только, я, моя семья, да, ну, закрытое пространство, и все. И получается, что я, ну, да, например, в коллектив приходишь, кто-то в платьюшке, кто-то там это, ну, как-то ты ходишь, двигаешься, там что-то происходит, а тут как бы я сижу одна и все, и ем. И развлечение себе, ага, ну-ка, сегодня там новый фильм, так. А что, мы пойдем погуляем, о, пойдем покушаем. Сегодня Макдональдс, а давайте завтра в Золотой Колос пойдем. Ну вот это все время бесконечно какой-то праздник. Потом приходят выходные, приезжают друзья. А давайте шашлыки жарить. А давайте коньячка. Ну и все, и понеслось. С каким ты фруктом можешь себя ассоциировать? Груша. Груша. А каким фруктом хочешь быть? Наверное, этой грушей-дичкой. Поменьше просто, пусть будет все так же, только поменьше.